Одной из первых комиссий в составе представителей здравоохранения, Роспотребнадзора, Госпошнадзора, полиции и других ведомств заглянули в школу номер один. Во время осмотра посмотрели актовый зал, кабинет технологий, зимний сад, оценили комнату для хранения комплектов учебно-наглядного инвентаря начальной школы, а также лицензированный медицинский кабинет. Во-первых, все, что касается безопасности, у нас сделано. То есть все таблички необходимые. Закуплен комплект стендов по безопасности на первом этаже, в фойе. Все стенды находятся. То есть все, что касается безопасных условий для наших детей и сотрудников. Кроме того, спортивный зал, наша боль. И, собственно говоря, мы тоже его приводим в порядок. И я очень хочу сказать огромные слова благодарности корпорации СМПО «Авизм», потому что они здесь очень хорошо нам помогают. Своими силами школа провела генеральную уборку в классах, сделала их уютными и красивыми. Вердикт комиссии принято. В 57-й раз откроют двери ученикам, а их будет 410, школа номер 3. Все ремонтные работы при подготовке школы к новому учебному году были выполнены за счет спонсорских средств корпорации ВСМПО «Ависма». К сожалению, нашей школе, коль в прошлом году было выделено много денег на ремонт кровли, то в этом году не выделено бюджетных средств для подготовки школы к учебному году, я имею в виду в ремонтные работы. Поэтому мы очень обрадовались тому, что корпорация АО ВСМПО «Ависма» протянула руку помощи и помогла нам отремонтировать мясной цех, четвертый этаж, рекреацию. Затем кабинеты, два кабинета отремонтировали, третий кабинет помогли просто покрасить, замели половое покрытие. Для нас это очень значимая помощь, поэтому мы им признательны. Кроме того, сделали замеры сопротивления, это цех 6, это тоже шефская помощь. Поэтому мы низко преклоняем колени за их помощь. Мы очень им благодарны. Силами технического персонала школы старое заведение с любовью подготовлено к новому учебному году. Осталось устранить некоторые предписания надзорных органов.